Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи. Это снова рубрика, которую вы очень полюбили, где я играю со своими сыновьями Никита и Вадим. Всем привет! Да, в общем, ребят, мы снова собрались. И, как всегда, вместо нас, браулеров, будет выбирать рулетка. Но сегодня да. Я сделал небольшое изменение. Я специально прокачиваю, знаешь, зачем вот этот аккаунт, который называется Noob Donator, чтобы я с вами мог нормально играть на маленьких кубках. Но проблема, что, смотрите, у меня всего лишь 18 бойцов. Это примерно половина из того, что есть. Я очень надеюсь, что мне выпадет именно какой-то из вот этих бойцов. Потому что будем перекручивать, пока не попадется. Потому что я реально буду перекручивать. И, кстати, ребят, перед тем, как мы начнем, я бы хотел попросить всех вас прямо сейчас опуститься под видосик, нажать на красную кнопку подписаться, да. Если вдруг она у вас еще красная, если она серая, вы просто красавчики, поставить лайк и нажать на колокольчик. А еще, ребята, нужно сидеть дома, смотреть видосики, играть, можно смотреть телевизор, что-то читать. Почему, Никит, нельзя ходить на улицу? Потому что там коронавирус. Да, ребят, вот такие дела. Я сижу целыми днями со своими пацанами. Кто-то делает уроки, кто-то играется, а кто-то снимает видосики. В общем, мы пошли в рулетку, будем ролить. Погнали. Так, у нас, как обычно, по традиции, Вадька первый. Давай, Вадюк. Да. Я очень надеюсь... Мне пофиг, что у тебя выпадет, я хочу... Я хочу Лего. Ты хочешь Лего? Да. Чисто ворон. Даже ворона. Блин, так, нет, тебе упадет Тара. Лучше Тара, чем Морти, потому что это будет хуже всего. Итак, я очень надеюсь, что мне выпадет бравлер, который у меня есть. Вы помните, какой у меня... Вы смотрите мои видосы, какой бравлер у меня есть? Фрэнк! А, Фрэнк и Биби. Да, у меня есть. У меня есть и Фрэнк, и Биби. Все. Я видел, что тебе... Да, 100% есть, да. Поэтому ролим теперь Никите, он хочет Лего. Так, рулетка, Лего на крулетка. И тебе выпадает, нет, тебе не выпадет Лего, тебе выпадет либо Тик, либо 8 бит. Тик. Да, выпадет Тик. Ну, будешь помогать, бросать бомбы, это хорошая удобно. Для проубола. Да, для команды хорошо. Все, ребят, погнали, погнали да, каточку. Погнали. Так, где моя Биби? Где Ой, моя я Биби? Нажал. У меня вообще вторая сила, 0 кубков. Вот теперь мы сможем с вами... Ну, правда, у меня силы мало, ну и пофиг, серьезно. У меня есть... А у меня есть захват кристаллов и броубол, так что сорян, давайте броубол. А, кстати, Тара броубол подходит хорошо. Биби подходит отлично. Ну и Тик, в принципе, неплохо. А у меня почему-то лагает. Я вижу, у меня уже лагает. Так, ну что, не выходи. Так. Никит, ты не должен был... Так, ты не должен проходить. О-о-о, я схватил мяч. Я иду. Бью. Четко. Первый гол. Вот это мы быстро расправились. Никит, а ты сзади стой, не иди вперед. Ты забрасывай чисто какашечкой. Вот так, раз. Бросай мульт. А, меня снесли. Неси их. Они мертвые. Мертвые? Я их убил, что ты делаешь? Я не знаю. Вадим! Я же их... Почему ты не пошел сразу? О, Никита, держи пас. О, Никита, пас. Никита, отходи в сторону. Я же их убил, Вадюха. Ну что? Да смысл? Я их ультой просто вынес. Тебе есть ульт? Нет, сейчас один удар. Давай. Пока они там ничего не делают, я пошел. И... Птюнь! Вот это мы профессионалы! Класс! А мне понравилось! Ну что, еще раз броубол или другую карту? Мне кажется, нужно броубол. А потом выберем. О, я боюсь, что в следующий раз нам фигня какая-то выпадет. Так, вы уже нажали? Нифига себе, вы резкие прям сегодня. Мне сегодня очень нравится все. А я, кстати, готовлюсь к новому бравлеру, потому что у меня уже 100 сундуков. А я знаю, когда выйдет новый бравлер. Даже дату знаю. Но этот видосик с датой выйдет сегодня вечером, ребят. Так. Оп. Да, ой, раз, меня под зад раз, дали. Раз, блин, раз, там Джеки. Там Джеки, Джеки опасно. Ой, меня Бибер разнесли. Меня Джеки разнесла. Блин, у них Джеки, я не посмотрел. Да, ребят, кстати, сегодня вечером выйдет видосик, в котором я официальную дату выскажу релиза нового бравлера. Поэтому следите обязательно. Меня вывезли. Нет. А, Джеки стоит с мечом и ФКшит. Ой, нормально. Быстрее, Никита, нет, Никита, нет, Никита, спасай. Никита, спасай. Выходи, бомбу. Да. Нет. Блин. Ну, почти. Так, ну, первую катку мы выиграли, вторую мы можем, в принципе, проиграть. Так, ульта. Меня пройдет. Раз,
нормально, я под меня не так, попал. Тихо. Я тихо. Собор разрушил. А Джеки АФКшит. Джеки АФКшит. Я собор. Ай, блин! Нет! В смысле не АФКшит? Я занес! Да-да! Она АФКшила, а потом решила двинуться. Я офигел. Тихо, 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 они сейчас пойдут. Давайте, сносите их, сносите. Аккуратно, не подходи. Раз. Так, я ударил. Я ультанул. Я Биби убил. Давай, 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 Джеки, не подпускай. Я ударил. Они меня убьют. Я ничего не могу сделать. Нет, я их сейчас немножко... Давай, за... Он сам занёс тебе. Ты видел, Никит? Он пришёл себе сам занёс. Вот этот чувак с ником... Чувак с ником Сосок. Пошёл себе занёс. Я, дружище, спой... Вот чувак с ником Сосок. Давайте ещё разочек. Сосок, это похоже, что он... Сосет соску. А папа самый медленный. Так, рулетка. Дай Вадиму Мортиса, пожалуйста. А я хочу Мортис. Тебе ворона. Ты ворона нет, хоть? Нет, мне Мортис не будет. Тебя вот, я вот как раз на Мортисе. Оп, и Мортис. А, у тебя теперь тик будет. А, вы поменялись. Или 8 бит. Ну и тот, кстати, неплох. Нет, тик для тик. Как раз тик это для нубов. Кстати, вот пускай он играет не, за тика, бросает. Я не умею тиком играть, кстати. Автоатака называется. А я умею играть за тика. Стоишь за стеной и фигачишь автоатаку. Вот умение играть за тика. Так, кто мне выпадает? Фрэнк? Да ладно! Да ладно, второй раз... Вот это нормально. Не, ну био у меня нету, кстати. Нормально, мне опять... Я менять не буду. Нет. Нет. А сейчас, прикиньте, Никите выпадет Тара. Тебе, Никита, выпадает... Сэнди? Я думал, Леон. Сэнди или Джесси? А, Джеки! Джеки, нормально, слушай. Джеки, а если я перекручу, допустим, кто мне? Мне просто интересно. Просто выпадет тот бравлер, которого вдруг у меня нет, и это будет хуже. Это будет намного хуже, потому что пойдем на 600 кубков сражаться. Это Бул. У меня Бул тоже есть. То есть я могу выбрать. Окей, погнали. Так, у меня получается... Отличная команда получится. А кого сила больше? Так, у меня Бул третьей силы, а кто у меня еще есть? А Биби второй силы. Ну давай за Була чисто разочек. Посмотрим. Бро Бол пойдем. Также Бро Бол. Вроде бы не... Джеки, Бул и Тик. Вадима, ждай. Блин, я забыл интернет перезагрузить у себя. Так, у них теперь Шелли, Роза. Никит, вот ты должен быть стоять, держаться за стенкой. Смотрите. Давай, я вперед, по сути, я здесь. Никит, дай пас. Стой. Пас. Спасибо. Че так долго? Че так долго? О, надо было сразу вперед просто, я же стоял, ждал. Ну вот красиво. Они тупые просто пошли. О, давай, я побежал, я уже впереду. Пас, просто вперед. Давай, красиво, я схватил. Забью? Блин, не забил. Я не забил. А я все равно. О, Никита, давай. Бей, Никита, их. О, красиво, еще. Вот это нормально, вообще разрубили. Я, конечно... Все, гол, я забил. Ух, нифига себе, как тебе, Джеки, понравилось? Нормально. Ты просто их фрэн. Я, короче, этот... А я уже вышел, ладно, давайте еще. Да, давайте еще раз. А, не вышел. Вы нажали уже? Да. Все, погнали. Я, короче... Я сначала хотел забить ворота, но понял, что они, короче, этот... Они поймают. Я хотел убрать, и получается ударил в стенку. Так, вот, да, кстати. Да, Никит, во, ты правильно делаешь. Где мяч? А, меня застали. Спасай. Порой попасть по таре. Ой, по таре, поем. Никита, не стой! Не лагает. Тебя не лагает. Ты говоришь, что лагает, а тебя не лагает. Так, я убил Эмс. Нам нужен Вадим. Давай, Никита, танк, врывайся на Фрэнка. Красиво. Так, я убил. Во, у меня как Мэл так вот подбил. Так, тихо, прорываемся. Я бегу. Я снес одного, второго. Блин, гадина замедлила меня. Так, я снес, он не успел. Вадька, давай. Я вперед, иди мяч. Ну что ты, куда, ты же... Что ты пошел вперед? Так, я врываюсь. Блин. Я промазал. Никита ворвался. Красиво. Давай, Никита.
Еще разочек. Бей, 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 бей. Один удар им остался. Давай, чисто. А, я Фрэнк отсюда. Капец, у Никиты лаги жесткие. Давайте, заносите. Никита, ты занесешь? Нет. Нет, 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 его убили. Так, 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 так. Вот этот гад. Ну, пока. Давай я вынесу. Так, сейвите. Сейвите. Так, тихонько. Ульта у тебя есть? Нормально. Нормально. Все, сносим. Я даю пацанам пас и пошел. Смотри, что сделал. Тихо, тихо, тихо. Они мяч выбили. Они мяч выбили. Мы пока по нулям. Даю пас. Никита, вперед. Стой, 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 стой. Нет. Забей, Никит. Забей, давай. Блин, не получилось у него забить. Так, я вынесу Фрэнка. Я вынесу Фрэнка. Пойду сейчас выносить этого. Но меня сейчас Эмс заберет. Гадина. Нет, я вынес. Так, бьют пас туда. Туда все, пас. Все. Сейчас Эмс подойдет. Так, то давай, 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 давай. Блин, она меня стравила. Просто травит. Тихонько, о, тихонько, в дефе. Никит, врывайся, врывайся. Не... Вот, так, 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 этого Фрэнка Гаспа. Так, во-во-во-во-во-во-во, вот так. Я пошел. Я пошел. 25 секунд. Бомба пошла. Бомба пошла. Да, подбила. Бомба пошла. Я забил! Да! Прав в уголочек! Это не вот так вот! Все, не надо ему поддавать! Все, главное, да. То есть, главное не пропустить мяч сейчас. Все, мы их убили. Тихонько. Вадим, а, мы его застанили! Это красиво, ну все. Типа пока. Чисто пока. Ульта такая вышла со стана. Бац! И вынесла, блин, красиво. Я думаю, надо еще одну карточку. Нет, все, хватит? Ладно, не, ну хватит. Ну давайте чисто на это. Давай гемасики. Нет, гемасики фигня. Подписчики не любят гемасики. Давайте брубол. Ладно, я уже не буду менять интернет. Нормально играем. Ну сегодня мы прям профессионально, скажи. У меня очень сильно лагает. У тебя очень сильно лагает. О, против нас Джеки, против нас Эмс. И 8 бит. Сразу за стенку. Никит, нет, 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 ты должен быть за стенкой. Так, тихо, тихо, тихо. Я вижу, 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 вижу. Давай забрасывай. Я мячик пока я схвачу. Кого-то вынесли, да? Кого-то вынесли. Так. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Блин! А, мне буквально пол сантиметра не хватило. Так, не умирайте, ребят, пожалуйста, не умирайте. Так, Вадька умер? Ну да, и там... Ты должен ворваться, Никит. Тут где-то этот. А, он умер, что ли, этот? Джеки, Джеки, Джеки. Джеки умерла, что ли? Я просто не видел, что Джеки. А, блин, не получилось. Не получилось, не получилось. Я хотел обвести немного. Тихо. Блин, меня вынесли. Меня вынесли. Я там практически убил. 8 бит залагал. А, Никита, врывайся. Никита, красава. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, забивайте. Забьете? Нет, нет. Забьете, не? Не? Да-да-да, забьете. Да, забивай. Не, ну, Никита, зачем ты поймал? Нормально. Никита забил. Никита забил. Но, смотри, я сразу чисто. Вот так, смотри. А вот тут сразу чисто кидаю. Просто вот так вот, идите забивайте просто, и все. Все, пока. Вот это изи карточка, вот это мы размотали. Тебе понравилось, Никит? Там почему-то не защищает. Просто. Вообще не защищает. Они поняли, что, короче, безвыходная ситуация. Вот теперь, я думаю, можно закончить. Сегодня, вот, согласитесь, мы сегодня кубасов подняли. Вот это мы, конечно, сегодня апнули. Хороший аккаунт. Нуб-донатер, офигенный аккаунт. Вот для таких игр он подходит. Но я еще выбью сюда больше бравлеров. Будет интересно. Ребят, на этом заканчиваем видосик. С вами был Робзи, Никита и Вадим. Всем хорошего настроения. Не болейте, сидите дома и всем пока. Всем пока.